В Мирном открыли первый и единственный в Западной Якутии кабинет МРТ-диагностики. Новый долгожданный аппарат улучшит профилактику заболеваний. Как и везде, в районе число онкобольных меньше не становится. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Вопрос о приобретении аппарата МРТ мирненцы поднимали много лет. Открытие кабинета стало возможным благодаря муниципально-частному партнерству. Администрация выделила помещение, а частная клиника закупила и установила оборудование. Учитывая, что мирненская больница, она зональная, обслуживает почти всю Западную Якутию, с учетом того, что здесь горное производство, подземные рудники, шахты, конечно, вопрос о приобретении аппарата МРТ ставился населению Мирненского района давно и неоднократно. Новый магнитно-резонансный томограф является единственным в Западной Якутии. Компьютерные томографы в районной больнице уже давно устарели и не всегда отражают полную картину заболевания. Эти два метода друг друга отчасти в некоторых вопросах заменяют, но магнитно-резонансная томография, она очень хорошо видит мягкие ткани. Поэтому для обследования внутренних органов, головного мозга, позвоночника, печени, органов брюшной полости, сердца того же самого, проведение контрастных исследований, я думаю, что оно более интересно. Стоит отметить, что проект коммерческий, однако и клиника, и местные власти готовы работать над тем, чтобы услуга стала доступнее. Рассматриваются варианты вхождения либо в систему ОМС, она, как правило, проводится заявительного характера в конце лета для работы в будущем году при выделении определенных объемов, либо заключаются прямые договора с федеральными бюджетными организациями. В данном случае возможен вариант заключения прямого договора с Мирненской центральной районной больницей для выполнения определенных объемов. Прием первых клиентов планируют в апреле. Будет создана группа для бесплатного обследования, преимущественно из малоимущего населения. Также в ближайшее время здесь для удобства людей с ограниченными возможностями установят пандусы и лифт. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.